Вот я провязала весь узор уже, да, я вам показала, записала, как я вязала. Теперь у меня уже на спице, то было у меня здесь только 32 петли. Мы набирали вот на резинку, а в итоге оказалось уже 50 петель, вот от начала и сюда до конца. Здесь у нас уже 50 петель. Так, теперь мы вяжем просто обычной вязкой 2 ряда лицевой гладью. Так, я уже вот провязала 2 ряда. Это один ряд лицевой, один изнаночный провяжите. И будем сейчас мы вязать вот, вот таким образом. Платочная вязка вот тут у нас. Платочная, чулочная, это и лицевая гладь. И жемчужный узор будем переходить. Так, начинаем вязать. Я пометила центр. Вот, отметила рукава. И теперь таким образом вяжем. Здесь у нас идет лицевая гладь. До тех пор будем вязать лицевую гладь. Вот видите, вот у нас была изнаночная петля проходила. И тут изнаночная петля. Вот мы будем брать эту изнаночную, от изнаночной слева и справа петлю. И тут точно так. Будем увязывать эти сейчас петельки, 3 петли. Жемчужным узором. Так, одну мы сняли петлю, теперь раз, два, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать. Однокромочная 17, так получилось. Теперь вот мы дошли до вот этой изнаночной. Теперь одна изнаночная мы провязываем. Теперь лицевая, вот где вот это идет. И изнаночная. Вот у нас началось 3 петли, это уже жемчужный узор. Дальше вяжем опять. Одна лицевая, вторая, третья. Это я поставила как бы середина. Четвертая, пятая, шестая, седьмая петля, восьмая, и вот следующая, вот идет изнаночная, лицевая и изнаночная. То есть между вот этими жемчужным узором у нас получилось 4 от центра, и тут 4 от центра. Получилось 8 петелек лицевой мы тут провязали. И дальше продолжаем вязать, как обычно, лицевой гладью вяжем. Так, я этот раз до конца довязала, то буду останавливать камеру. Так, теперь мы следующий уже ряд будем вязать на изнаночной стороне. Будете вязать, как вы видите, то и провязываете. То есть, вот я вяжу изнаночным, я вяжу изнаночными петельками. Вот мы довязали на изнаночной стороне, тут же до вот этих 3 петель, которые жемчужный узор, мы провязываем жемчужным узором на изнаночной стороне. Лицевая мы изнаночная, изнаночная лицевой, а лицевая опять изнаночная. И дальше провязываем опять 8 петель, с одной 4, с другой изнаночной в середине.
Так, вот дошли опять. Здесь изнаночная, лицевая, изнаночная. Это на изнаночной стороне. И так продолжаем дальше до конца этот ряд. Так, вот я провязала от узора 2 ряда лицевой гладью, 4 ряда мы провязали вот по краям этого узора с жемчужным узором, и теперь будем вязать окат рукава. Вот окат рукава, сейчас я вам покажу. Вот с этой стороны так эта ниточка заберется. Вот окат рукава. Окат рукава я таким образом вяжу. Так, у нас здесь на спицах 50 петель. Это 28 сантиметров у меня получается. Теперь окат рукава я делю 50 петель на 2. Получается 25 петель. То есть разделю на две части, чтобы было вам доступно видно. С одной стороны, сколько я убираю. Если я убираю это с одной стороны, значит точно так надо убирать и с другой стороны петель. Так, теперь эти 25 петель я делю на 3. У меня получается 8 петель и 1 в остатке. Остаток я добавляю к первому приему. То есть я делю на 3 приема. Первый прием 8 и остаток 1, 9 петель. Так, вот я сразу здесь вот убираю. Первый прием я сразу убираю в каждом ряду. Первый раз убираю 3 петли, так, потом я убираю и еще по 2 петли в каждом ряду 3 раза. Итого получается 9 петель. У нас выйдет 9 с одной стороны, и точно так убираем мы и с другой стороны, слева и справа. Я дам все это на экран, как я говорила. А второй прием 8 петель делю я на... Получается у меня так, что на 1 делю 8 петель. У меня получается, что 4 ряда я буду убирать, 4 раза буду убирать через один ряд по одной петле. Так. И 4 раза буду убирать по одной петли через 2 ряда, да? И в третьем приеме я 8 петель делю на 3. У меня получается 2 и 2 в остатке. Я так получается, что 3 на 2 6 и 2 в остатке я отношу на первую вторую цифру. То есть я буду тогда убавлять таким образом 3, 3 и 2 петли слева и справа. Это у нас будет концовка нашего оката рукава. Так, на экране это все будет видно, я вам зафиксирую, вы все увидите. Так, приступаем к вязанию оката рукава и сразу же продолжаем узор вязать с, вот как мы вязали. Тут 4 было у нас ряда, да, с жемчужным узором. Буду и узор показывать, и окат рукава. Так. Так, первый прием. Убавляем. Получается один раз 3 петли сразу с каждой стороны, потом по 2 петли 3 раза. Итого по 9 петель с каждой стороны. Так, первый раз я в каждом ряду. Вот я убавляю сейчас. Первый снимаю, 3 петли будем убавлять. Теперь следующий я провязываю. Теперь эту перекидываю через провязанную. Так, вот одна убавилась. Точно так делаем. Вторая. И опять провязываю и убавляю. И третья. Вот я убавила 3 петли сразу.
Теперь смотрите, я продолжаю вязать лицевой гладью, лицевые петли у нас идут. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, 12. И вот теперь у нас было 5 петель жемчужным узором, теперь будет 7 будем вязать. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Вот мы провязали. Теперь здесь центральные 4 петли. 1, 2, 3, 4. Это у нас лицевые петельки. Дальше 5, 7 петель. 1, 2 жемчужным узором. 3, 4, 5, 6, 7. Так, провязали. И теперь вяжем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Вот 3 петли эти нам надо убрать. Но в конце я делаю так убавление. Я эту сторону провязываю 2 петли еще. И вот 2 петли, когда остаются, я их провязываю 2 вместе одной. У нас здесь убралась 1 петелька получилась. Так, теперь я переворачиваю на следующую сторону, это изнаночная. У нас здесь получается, мы только убрали 1, надо 3 было. В данном случае я убираю, следующий этап у нас должно быть 2 петли еще убраться. Здесь я убираю 2, те, которые мы не убрали. Вот сейчас надо было 3 убрать, я убрала 1 всего. Чтоб не было ступенек, плавно переход идет. И добавляю еще те 2 петли, которые сейчас здесь буду убавлять. И в конце. То есть я здесь сейчас буду убирать 2 петли предыдущие, которые не убрались, и 2 петли, которые надо убрать. То есть 4 петли. Так, снимаю, как я делала, но изнаночными. Тут изнаночная сторона, это 6 ряд. Таким образом провязываю 1 петля, теперь опять я провязываю 2 петля, провязываю 3, провязываю и 4 петелька. Так. Получилось у нас, мы ничего не нарушили, тоже плавно мы добились плавного перехода. Это получилось, как мы должны были убрать 3 и 2 петли, 5 петель. Мы убрали здесь предыдущую вот в конце 1 и сейчас 4, 5. А там мы убирали 3, здесь будем в конце убирать только 2. Так, вяжем. 6 ряд, напоминаю, после с этим жемчужным узором. Теперь дальше вяжем. 1, 2, это изнаночные петли. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Так. И теперь мы провязываем жемчужным узором 7 петель. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7 и 4 петли центральной изнаночные. Раз, два. Центральный маркер наш. Три, четыре. Так, дальше. Жемчужный узор. Семь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Так. И дальше вяжем. 9 петель опять изнаночным. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Вот так. Смотрите. И вот у нас осталось 3 петли. Мы должны их убрать. Тоже. 2 петли одну ставить. Я точно так делаю. Одну провязываю изнаночной. Теперь в конце, видите, я провязываю 2 вместе, одну изнаночной, поворачиваю. Так. И мы одну убрали, одну не убрали еще петлю. А нам надо во втором уже, как мы делили, еще 2 петли убрать. Значит, я тут убираю одну, ту, которую не убрали, еще 2 добавляю. То есть 3 петли. Так, одну снимаю. Лицевую провязываю. Так, убираем. 1, 2, 3. Так, я убрала 3 петли. Почему я это вам все показываю, рассказываю? Можно было так, 3, 2, 2, 2 по краям поубавлять, и все, и получилось бы ступеньками. Здесь же никаких ступенек нет. Смотрите, как плавно проходит. Я вам потом в конце покажу. И дальше вяжем лицевые петли. У нас кромочная вышла, да, тут вот. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Так, 7 петелек. А это 8. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. У нас центральный получается жемчужный узор. 9 петель у нас жемчужного узора выходит. Мы вяжем лицевая, изнаночная. Ну, как 9 петель. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Получилось 9 петель жемчужного узора. Теперь между вот центральной частью у нас получилось 2 петли. Раз, лицевая, и 2 уже. Теперь опять вяжем жемчужный узор, 9 петель. Раз, два, три, четыре. И точно так мы вяжем, чтобы в конце уже убрать 2 петли. У нас как в конце сейчас останутся 3 петельки. Мы их убираем таким образом. Вот 3 петли остались. Нам надо 2 убрать, убавить. Я одну провязываю, а убавляю всего 1 петлю пока, чтобы не было скачка, вы поняли. А в уме держу, что надо еще, вот переворачиваю. На этой стороне мне надо будет убавить уже 1 ту петлю, которую не убавили, и 2 еще добавить. Это первый этап, последний у нас идет так.
Так, я снимаю, одну провязываю, так, перекидываю, раз убавила, два убавила и три я убавила. Так, плавно, видите, как получается? Так, три. Я же говорю, можно без заморочек сразу поубавлять по 3, 2, 2 и все, но будет скачок. А так нет. Так, теперь я провязываю жемчужным узором 9 петель. Так, вот эти я провязала еще изнаночные 2. Тут, смотрите, у нас где тут он идет. Вот начинается, мы провязываем лицевая. Изнаночная, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Провязали. Так, это изнаночная сторона, изнаночный ряд у нас. Две изнаночные у нас получились центральные, так. Я маркер специально не убираю, чтобы вы видели, что потом сочность середину не искали, где пришивать рукав. Если вы чуть-чуть в сторону туда-сюда отойдете, уже рукав не так будет красиво сидеть, когда будете собирать изделие. Поэтому я. И когда конец заканчивать, чтобы было видно. Поэтому я показываю это все. Так. Мне, я когда вяжу, я убираю, а вот кто новенький, чтобы посмотрели. Так, теперь вяжем дальше. Жемчужный 9 петель, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 петель, и дальше провязываем уже до конца. Тут надо убрать нам 2 петли, вот 3 осталось. Я убираю, тут изнаночную провязывали, я убираю и провязываю 2 петли одной, я провязываю тоже предпоследнюю. Надо нам 3 было, я вот говорю, да, убрать. Я третью провязала обычно. А здесь 2 вместе, одну провязываю. При этом убралась только 1 петля. Нам надо 2. И вот, как я говорила, мы сейчас будем на лицевой стороне уже следующий ряд вязать. Я ту убираю петлю, которая у нас осталась. И еще убираю, как я говорила, будем убирать через 1 ряд. Потом уже 8 петель. 4 будем ряда. Это во второй прием. Убирать через 1 ряд и через 2, остальные 4 раза по 1 петле. Так, тут я убираю, одну снимаю, провязываю ту петлю, которую мы должны были, я вот ее убираю. Все, и провязываю просто до конца. Так как мы сейчас будем потом будем делать убавление через 1 ряд. Так. Теперь смотрите, у нас получается жемчужный узор, у нас было 9 петель, а теперь мы должны провязать его 11 петель. Так, вот я и провязываю. Изнаночная, раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и изнаночная 11. Вот я провязала 11. Так. И здесь точно так мы провязываем. 1. 2, 3, 4, 5, 6,
семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Вот мы провязали, а дальше мы вяжем уже просто лицевые петельки. Так, у нас получилось, смотрите, как замечательно, видите? Вот пройма идет. Так. Теперь следующий ряд. Мы уже жемчужный узор соединили. И смотрите, мы уже вяжем следующий ряд. Просто по рисунку, но при этом мы через ряд сейчас убавляем по одной петле 4 раза. Так, вот я одну снимаю и одну петлю сразу одну я провязываю, так, и убавляю. Так, я вот убавила, так, одну петлю. И дальше вяжем по рисунку, где жемчужный узор мы соединили уже, вяжется он как положено. Меняем петли лицевые на изнаночные, изнаночные на лицевые. И теперь смотрите, мы дошли до маркера. Вот вы видите, вот центральный. И тут получилось одна лицевая и одна лицевая. А тут жемчужный узор, чтобы он как бы не портился. Мы теперь это лицевая и за маркером тоже лицевая. Мы их две вместе провязываем одной изнаночной. Я ее сейчас уберу, пока этот маркер, и провязываю я две этих петли изнаночной, две вместе одной. То есть получилась лицевая, изнаночная, опять лицевая, изнаночная, лицевая. Вот таким образом у нас выходит, так. Так, вот мы провязали, у нас получилось жемчужный узор. Дальше вяжем уже по рисунку и убавляем одну петлю. Две вместе, одной я провязываю. Так, следующий ряд мы вяжем без убавления. Так, первую снимаем. И сейчас у нас жемчужный узор уже здесь соединился, а здесь будет просто вверх вот так продолжаться, и все. Вот как здесь, смотрите. Вот так будет продолжаться, и все. Так. Вяжем здесь лицевая, раз, два жемчужный, три, четыре, пять, шесть, семь. То есть жемчужную только по краям продолжаем, середина нет. То есть мы жемчужный узор
Середину уже полностью провязали. Вот мы идем, провязываем. Уже можно ее не читать. Она у нас соединилась по краям только. Продолжаем и все. Так, раз, два, последняя кромочная. То есть мы следующий ряд, мы этот ряд провязали без убавления, а теперь будем еще одну петлю убавлять. Первую снимаем, провязываем изнаночную, перекидываем. Это мы второй раз убавили. Так, теперь вяжем. Тут получается жемчужный узор, так, изнаночная будет, лицевая, изнаночная, так, провязываем жемчужный узор. Так, это мы убавляем во второй прием уже петли. Изнаночная, так, и в конце тоже мы убавили второй прием, две петли вместе провязали одну. Следующий ряд мы вяжем без убавлений, то есть через ряд это делаем. Вот, смотрите, какая красивая получается пройма, никаких этих нету скачков. Так, тут я вяжу без убавлений жемчужный узор, также и провязываете. Так, целая. Все, тут у нас уже полностью с этого ряда идут полностью весь жемчужный узор. Все, тут не надо ничего не считать, ничего. Вот как здесь, видите? Все, в конце уже у нас идет везде жемчужный узор. Так, провязали. Следующий ряд. Мы опять теперь будем делать убавление уже третий раз в каждом ряду по одной петельке. Первую снимаете, изнаночную провязываем и перекидываю. Так, так, жемчужный узор у нас уже идет по вязанию полностью. Так, вяжем до конца и убавлять будем в конце. Так, и в конце вот две петли осталось, мы опять их убавляем. Так, убавили. Теперь мы следующий ряд вяжем без убавлений. Мы убавили третий ряд, сейчас четвертый, потом убавим. Сейчас этот ряд без убавлений, жемчужный узор. Провязали этот ряд без убавлений
И теперь мы четвертый раз добавляем по одной петле через один ряд. Так получается. Это снимаем. И в конце точно так одна. Так, добавили мы второй прием через один ряд по одной петле 4 раза. И теперь продолжаем убавление делать 4 раза по одной петле через 2 ряда. Точно так, как мы перед этим убавляли. Мы убавляли через один ряд, точно так будем через 2 ряда по одной петле 4 раза. Как только у нас на спицах останется 16 петель, мы будем убавление делать уже 3, 3 и 2 петли. И закончится у нас акатуркова. Так, вот у меня уже на спицах 16 петель. Теперь мы убавляем с каждой стороны 3, 3 и 2 петли. То есть по 8 петель. Так, я вам показываю. Так, 3 петли с этой части сразу. Лицевую провязываем, это перекидываем. Раз, два, три. Убавили. Так, вяжем жемчужный узор, не сбиваться. И здесь, как я говорила, как я делала вот здесь, точно так и в конце. То есть в конце, вот слева, да, я убавляю сюда одну петлю, да? А потом те, которые не добавляла, прибавляю к тем, которые должна в начале ряда убавлять. То есть я сейчас убавляю вот одну петлю. Вот две провязываю одной. Провязала так. И теперь переворачиваю наше вязание. Здесь я одну убавила. Надо теперь в следующем ряду опять 3 убавлять, да? В каждом ряду. Получается, что я должна те 2 недоубавила, которые убавить, и эти 3. Значит, 5. Так, вот одну, это изнаночная сторона получается, да, одну, вторую, третью, четвертую и пятую. А в конце я убавляю точно так одну петлю. Так, раз, это жемчужный узор идет, здесь одну петлю в конце я убавляю, а две, которые не добавила, я их убавляю в начале ряда и добавляю еще те 2 петли, которые надо убавить, то есть 3. Получается 1, 4 петли я убавляю. Так, одну снимаю. Так, раз, два, три и 4. Так, я убавила 4 петли. И вот у нас осталась одна петелька. Я их вот так просто провязываю вместе. Одна. Все. Вот у нас закончился акатуркова. Сейчас я вам покажу. Так, вот у нас акатуркова получился. Довольно он симпатичный. Смотрите.
и нету никаких у нас этих выступов, как бы так порожков. Все, вот наш узор, все, рукав готов. Все, так. Спасибо за внимание. Продолжим на следующем уроке. Благодарю, что заходите на мой канал. До новых встреч. Пишите комментарии, ставьте лайки. До новых встреч. До свидания.